Добрый вечер. На канале БУК ТВ большие итоговые новости. В студии Виталий Матюшин. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. Делегация из болгарского города Плевен, побратима города над Бугом, посетила областной центр с официальным визитом. Каков итог дружеских встреч и переговоров, расскажет Мирослава Коваленко. В центре внимания территория возле Тереспольских ворот. Вторую неделю на дне реки Буг в Брестской крепости идут поиски затонувшего в первые годы войны британского танка «Валентайн». Возрождая традиции, в областном центре прошел первый новогодний бал для одаренных молодых людей Брещины. Роскошь и изящество, красота и грация большого современного праздника в аристократических традициях ушедших веков. Начнем с официальных мероприятий. Грандиозное празднование тысячелетия Бреста не оставило равнодушными не только горожан, но и гостей из других стран. Делегация из болгарского города Плевен, побратима города над Бугом, была настолько поражена форматом и масштабами миллениума, что молва об этом событии дошла и до города Черпан Старозагорской области. Делегация во главе с мэром города посетила областной центр с четко поставленной целью наладить сотрудничество с Брестом. Каков итог дружеского визита в материале Мирославы Коваленко. Руководство болгарского города Черпан связалось с главой администрации Ленинского района Бреста Валентином Милошевским еще в сентябре этого года. Нас вышли представители этого города. В первую очередь, теперешний советник мэра города. Он сейчас в статусе советника мэра города. И предложил, что у нас есть интерес. Часть ваших предприятий уже работает на нашем рынке. И я бы хотел создать такую площадку в нашем городе, и чтобы расширить эти. Мы переговорим с нашими руководителями предприятий, организаций. Мы, конечно, согласились с удовольствием. Мы хотим и развиваем наши потенциальные возможности не только в сторону России, но и хотим сделать многовекторное. И, конечно, чем больше у нас будет партнеров, вот надежных партнеров, покупателей надежных, тем лучше для наших предприятий, тем больше будет поступать и денег в бюджет города, в том числе Ленинского района. Уже тогда болгары наметили основную цель визита – экономическое сотрудничество. Вчера на встрече в горисполкоме мэр Черпана Ивайло Крачолов с первых минут общения раскрыл все козыри своего города. Это географический центр Болгарии. Не так далеко находится море. Есть винодельческое предприятие, где производят самое лучшее болгарское вино. Широко развита культурная сфера. Потому есть уверенность в большом потенциале сотрудничества. 5 лет назад я впервые посетил город Брест и с тех пор очень впечатлен. С огромным удовольствием выбрал ваш город в качестве своего первого зарубежного визита. Я знаю, что найду здесь не только партнеров, но и друзей, с которыми в будущем будут хорошие отношения. Надеюсь на долговременное сотрудничество в сфере экономики, культуры, спорта и туризма в том числе. В первую очередь это экономическая составляющая. Но вторая составляющая это наш такой менталитет, скажем, славянский. Христианский менталитет, наша культура, они чем-то схожи. Мы схожи с этими людьми. У нас большинство людей, которые вероисповедуют религию, одинаковые. Ну, то есть в этом направлении тоже можно работать. Это культурный обмен, это обмен различными делегациями, как образование, может быть, здравоохранение, спортивных делегаций, да и, в конце концов, человеческого общения и туризма тоже. В состав делегации также вошли сопредседатели и управляющие делами Международной ассоциации регионального сотрудничества из Москвы. Эта организация совсем молода, основана в феврале 2019-го, но уже успела связать узами сотрудничества многие города и страны. На сегодняшний день у нас входит ряд муниципалитетов, это российских, с регионов, значит, Болгария, Турция, сейчас делегация буквально приезжает к нам туда, в Москву, Сербия, Черногория, ну вот Брестская область, мы с ней активно сотрудничаем сейчас, Италия на подходе, государство Западной Африки, вот, в основе с Гвинея-Конакри,
Это вот начало. Основная цель этой ассоциации – взаимовыгодная дружба, причем во всех сферах. Таким образом, у нас появляется платформа где и для бизнеса, где мы можем обмениваться и на международном плане поднимать престиж муниципалитетов. Вот. Работаем мы активно, ну, пока что на территории России, потому что у каждого государства свои законы, есть свои инициативные группы, которые помогут нам выстроить на единой платформе все подходы, понимаете? И я думаю, что успех будет, потому что мы планируем не просто собираться, а только периодически, а вести непрерывную постоянную работу. Потому что каждый муниципалитет является ячейкой своего государства. И вот на земле, выстраивая передовое, у кого что есть, выстраивая все эти финансовые схемы интересные, я думаю, что перспектива у нас будет хорошая. Говорили на встрече и об уже имеющихся отношениях, установленных у Бреста с Болгарией. За январь-октябрь нынешнего года внешнеторговый оборот составил более 2 миллионов долларов. Это почти на 80% больше, чем в прошлом году. За 10 месяцев брещане поставили продукции больше, чем на полмиллиона долларов. Лидирует экспорт товаров производства «Санта Бремер», «Савушкин продукт», «Белалка» и других градообразующих предприятий города. В 2019-м увеличился и импорт товаров из Болгарии в Брест. Итогом переговоров стало подписание договора о сотрудничестве с Ленинским районом города над Бугом. Какие плоды принесут дружеские отношения белорусского Бреста и болгарского Черпана, покажет время. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, Павел Малашонок, телекомпания БУК-ТВ. Начинаем подводить итоги. Сегодня итоги работы транспортной сферы. По статистике, человек в среднем ежедневно проводит в общественном транспорте от 40 минут до часа. Путем нехитрых математических действий выходит, что за год мы проводим в автобусах, троллейбусах и маршрутках около 800 часов. То есть чуть больше месяца мы катаемся по улицам родного города. Конечно, для нас становится важной любая информация об улучшении пассажирских перевозок и новости о действиях специалистов Брест-Гортранса, направленных на улучшение качества обслуживания пассажиров. Каким стал 2019 для общественного транспорта и каким будет новый 2020 год, знает Мирослава Коваленко. До конца 2019-го осталось чуть больше недели, и сейчас самое время подводить итоги не только в жизни людей, но и в жизни города. Сегодня вспомним, какие нововведения произошли в жизни общественного транспорта в 2019-м, какие планы на 2020-й у Брест-Гортранса. Самым знаковым событием для представителей Брест-Гортранса в текущем году стало изучение пассажиропотока. На протяжении ноября ежесекундно в режиме онлайн отслеживалась работа автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Мониторинг проводился с несколькими целями – избежать любого дискомфорта пассажиров в часы пик и повысить качество обслуживания. Порядка 500 единиц транспорта ежедневно выходит на линию и доставляет сотни пассажиров в различные точки города. Конечно, правильная организация маршрутов и времени движения транспорта, залог комфорта и востребованности таких услуг пассажирами. Уже сегодня можно говорить о результатах проведенного мониторинга. В настоящий момент могу сказать такую информацию, что средний процент по пассажиропотоку составлял, средний процент наполняемости транспорта в часы пик, было проведено это изучение, он составляет 70%. Есть, конечно, точки проблемные у нас в настоящий момент в городе Бресте. Это направление, выходящее из микрорайонов Вулька, из микрорайонов Южный. Там наполняемость достигала порядка до 100%. Но специалисты Брест-Гортранса уверяют, работа по мониторингу пассажиропотока не закончена. Это была лишь первая, так называемая, визуальная часть большого проекта. То есть сами специалисты следили за ситуацией не только на мониторах компьютеров. Они лично в часы пик и не только становились пассажирами общественного транспорта и могли сделать выводы о наполняемости автобуса или троллейбуса, качестве обслуживания и проследить, не отстает ли водитель от маршрута. На 2020 год запланирована вторая часть мониторинга. В настоящее время прорабатывается система, чтобы проводить пассажиропоток в онлайне. То бишь, будет выставляться в автобусах, в транспортных средствах, в каждом входе датчики, которые будут считывать количество пассажиров, вошедших в транспорт, и количество пассажиров, вышедших. Это более глобально позволит нам смотреть маршрутную сеть города Бреста. Но не только мониторинг пассажиропотока волнует Брест-Гортранс. На 2020 год специалистами уже намечены большие планы, причем разностороннего направления. Если говорить о тех трех векторах развития направлений, которые мы планируем на 2020 год, это и повышение безопасности при осуществлении перевозок пассажиров,
Это и повышение качества обслуживания пассажиров, и повышение привлекательности. Как это будет делать? Значит, да, будут реализованы следующие проекты. Если говорить о повышении привлекательности общественного транспорта, здесь, конечно же, и скорость доставки из точки А в точку Б, повышение безопасности перевозок пассажиров, тоже есть у нас ряд мероприятий, которые запланированы на 2020 год. По поводу проезда в транспорте и проектов, вот, которые мы реализовали электронный билет в настоящий момент, уже порядка в месяц приобретается 110 тысяч электронных билетов. То есть это, в принципе, система, которая имеет будущее, и в настоящий момент тоже ведутся работы. Планируем это в начале 2020 года реализовать. Проект по дифференцированной системе оплаты. Приложение по оплате проезда через мобильный телефон было введено еще в 2018-м. Тогда им можно было воспользоваться только на двух маршрутах. Сегодня оно функционирует во всех автобусах и троллейбусах города. За этот год реализовано около 127 тысяч электронных билетов, а это в 35 раз больше, чем в прошлом. Статистика показывает, такие инновации по душе пассажирам. А значит, нужно не останавливаться на достигнутом и идти в ногу со временем. Приложение пользуется популярностью у населения. Набирает обороты. Преимущество его в том, что в дальнейшем оно позволит нам ввести дифференцированную оплату проезда, то есть в зависимости от времени, которое пассажир провел в общественном транспорте. Плюс данного приложения заключается также в том для пассажира, что не нужно заблаговременно заботиться о приобретении бумажного билета. Достаточно сесть в транспорт, достать мобильный и при помощи приложения платить. Такую дифференцированную систему расчета планируется внедрить уже в следующем году. Но и на этом сюрпризы от Брест-Гортранса не заканчиваются. Сейчас вот готовится концепция по электробусному движению в городе Бресте. Уже проработан маршрут. Порядка там 20 рейсов запланировано ежедневное количество выполнения. Весь вопрос, конечно, в настоящий момент финансирование и вопрос с компанией, которую мы сейчас отрабатываем, это Белкоммунмаш. То есть здесь планируется инновационный должен быть проект. Если говорить о городе Минске, там в настоящий момент 80 электробусов работает. Они работают в так называемой экспресс-зарядке. Что планируется для города Бреста, и с компанией Белкоммунмаш сейчас эти работы ведутся. Здесь планируется такой инновационный проект, это когда зарядка производится непосредственно в депо. Так что, возможно, уже в будущем году на дорогах города появится еще один вид транспорта – электробусы. Безусловно, весь спектр планов Брест-Гортранса ослепляет. И это, несомненно, содействует повышению комфорта и востребованности пассажирских перевозок. А водители собственных авто вряд ли в следующем году смогут устоять от соблазна воспользоваться ноу-хау и хоть раз, но прокатиться на работу на общественном транспорте. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК ТВ. Дух новогодних праздников уже чувствуется в Бресте. С каждым новым днем в городе появляется все больше иллюминации. Красочные огни украсили фасады административных зданий, витрины магазинов, кафе. Творчески к подготовке подошли и горожане. Уже не счесть, сколько в областном центре нарядно оформленных балконов и окон. Ну какой же праздник без главного новогоднего символа – высокой ели? На текущей неделе в двух микрорайонах города они были торжественно открыты под звуки музыки и бурные овации публики. Наши корреспонденты не упустили возможности разделить этот праздник вместе с горожанами. А потому сегодня они готовы рассказать, насколько красочно и интересно прошли торжества. Праздник – это в первую очередь торжество для души, а получиться оно может только тогда, когда рядом много таких же открытых чудо-людей. В этом уверены жители Московского района, которые накануне стали участниками большого действа. На сцене перед администрацией развернулась настоящая битва Дедов Морозов, представляющих разные сферы – ЖКХ, строительство, правоохранительные органы, общепит, медицину и даже передовую молодежь. Веселая сказка увлекла и детей, и взрослых, которые с удовольствием ждут Новый год и Рождество. Почему бы не сходить? Не любители массовых мероприятий, но как-то так в этом году выбрали. Все-таки ребенок уже большой. Уже такое предновогоднее настроение. Вот решили посмотреть на нашу елочку Московский район, как это будет. Да? Да. Как настроение вообще? Отлично, супер. Ну, чувствуется уже, да, витает в воздухе предновогоднее настроение. Настроение публики добавляли выступления артистов творческих коллективов города. Особый дух Нового года дарила сказочная иллюминация вокруг администрации. Самые маленькие жители-москвичи с удовольствием катались на праздничном экспрессе. А произнося волшебные слова, которые позволили зажечь на новогодней елке огни, каждый из присутствующих загадал свое самое заветное желание. Раз, два, три, елочка,
Год был достаточно сложным, но и интересным. Было много ярких событий, очень много было сделано за этот год. Вот, мы неплохо заканчиваем по экономическим показателям этот год. Сегодня я хотел бы поблагодарить всех руководителей наших предприятий за то, что они активно принимали участие в подготовке к тысячелетию нашего города и внесли свой вклад в динамичное развитие нашего района. Каждый, кто присоединился к празднику Ленинского района, также смог провести время весело, интересно и по-новогоднему. Здесь выступали творческие коллективы Бреста, а также всеми любимые зимние сказочные персонажи. Они пели песни, водили хороводы и танцевали. В гуляния были вовлечены все – мальчишки, девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки, даже руководители городских предприятий и организаций, гости областного центра. Веселая музыка, свежая выпечка, горячий глинтвейн и новогодняя ярмарка не давали гостям праздника скучать. Молодцы, конечно, организаторы, что для дела, для людей просто вот такие вот праздники. Да, очень как бы сейчас хорошо, что с ребенком и чувствуешь этот праздник как детский и на себя, и это очень радует. И когда такое организовывают, это очень здорово. Новогоднее настроение присутствует, несмотря на столь теплую погоду. Не устали? Тогда давайте аплодируем. Мероприятие очень интересное. Мне здесь очень нравится. Настроение классное. Чувствуется Новый год, хоть... На улице нету снега. Нарядная ель ленинцев украшена символичными игрушками от предприятий региона. Их эмблемы нетрудно различить на шарах и подарках. Живая красавица стала неотъемлемым элементом праздничной набережной, которая в преддверии Нового года стала еще более нарядная и красивая. Новый год – это подведение итогов. Год был серьезный. Год был многогранно сложный и в то же время праздничный. За этот год было проведено столько мероприятий. Наверное, как никогда. Город стал совсем другим. Видно всем. Он стал краше, он стал удобнее для проживания, для жизнедеятельности. И мы надеемся, что и следующий год, 2020, уже войдем во второе тысячелетие Брест, будет сделано не меньше. Мы видим что-то новое. Будем продолжать дальше благоустраивать наш родной, любимый Брест. Потому что лучше Бреста нету места. Наступающим Новым годом! Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, Александр Макаревич. Итоги недели. Да, действительно, меньше 2 недель осталось до Нового года. Многие из нас поспешили на ярмарки за украшениями для дома, за новогодними елями. Любители ярких эмоций за пиротехникой. Красочные фонтаны, водопады из разноцветных огней дарят большое количество эмоций и взрослым, и детям. В преддверии праздников сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям провели акцию «Безопасный Новый год», в рамках которой посетили крупные торговые объекты города, а также магазины, где реализуется пиротехника, и напомнили об основных правилах безопасности. Вместе с ними провести свой мониторинг отправилась и Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Смотрите сюжет. В дни Нового года интернет-просторы буквально переполняют многочисленные видео фейерверков. Цветные, разной высоты и длительности, они буквально завораживают, перенося в атмосферу настоящего торжества. Однако малейшая неточность при эксплуатации и праздничная забава может превратиться в трагедию. Каждый год на территории Беларуси как минимум фиксируются случаи получения термических или химических ожогов из-за неправильной эксплуатации пиротехники. И, как правило, собственная беспечность людей лежит в основе этих неприятностей. В прошлом году, в канун Нового года, получили травмы, как термические, так и химические ожоги, более 5 человек. Мы, конечно же, обращаемся к нашим гражданам, чтобы приобретали пиротехнические изделия только в специализированных торговых точках, заведениях. Обращали внимание на наличие сертификатов, на инструкции на русском языке. И, конечно же, при применении пиротехнических изделий неукоснительно соблюдали инструкции по их применению. Готовясь к праздникам, стоит в первую очередь задуматься, где покупать пиротехнические изделия. Конечно, не с рук, а в сертифицированных магазинах. Павильон Владимира Арабье в торговом центре Никольский существует уже не один год. Здесь идет реализация бытовой пиротехники, то есть несложной в эксплуатации. Продавец перед тем, как отдать товар, проводит инструктаж, дает памятку, и только после этого клиент забирает приобретенную установку. И так должно быть, уверены и спасатели, и покупатели. Мы смотрим вообще... как, ну, качество товара. Если не очень качественные, то так, ну, мы их не берем. А так пытаемся использовать их безопасно, не в ущерб себе и другим людям.
В чем еще плюс работы с официальными магазинами? В том, что если ваш товар оказался некачественным, то, обратившись к продавцу с чеком, есть шанс заменить фейерверк, либо найти другое решение вопроса. Реализаторов однодневок найти будет куда сложнее. А если их товар из-за технической неисправности принес человеку увечья, предъявлять претензии также будет некому. Прежде всего, это качество продукции. И, во-вторых, это он получает конкретную фиксированную цену на эту же продукцию. Вот. Так как мы работаем круглый год, мы рассчитываем, что человек к нам придет не только зимой, но он к нам и придет и летом, и на день рождения, и на юбилей. То есть мы ждем круглый год людей. И поэтому, приобретая продукцию в стационарных магазинах, вы получаете уверенность в том, что вы защищены и документально, и защищены за то, что продавец всегда на месте, вы можете обратиться к нему, поинтересоваться, посоветоваться. Но и главная составляющая безопасности – правильная эксплуатация. Установка должна быть зафиксирована на земле тяжелыми предметами – камнями, кирпичами, блоками, либо прикопана в песок. Кроме того, не стоит забывать о безопасном расстоянии для наблюдения, а еще о том, что алкоголь и пиротехника – вещи несовместимые. Любая пиротехника, как и все средства опасности, да, они дружат с алкоголем. Поэтому в первую очередь человек сам себе решает свою судьбу. Вот. Если он будет внимательно читать инструкцию, то все у него будет в порядке. Соблюдая эти нехитрые правила, ваш праздник пройдет весело и безопасно. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Эдуард Букунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Уже вторую неделю на дне реки Буг в Брестской крепости идут поиски затонувшего в первые годы войны британского танка «Валентайн». Слухи о его существовании в этом месте ходят еще с 50-х годов 20-го столетия, а аномальное скопление железа в этих местах давно интересует историков и военных. Что уже удалось найти водолазам на дне Буга, почему объектом внимания стала территория возле Тереспольских ворот и есть ли еще шанс найти «Валентайн», узнавала Мирослава Коваленко. Так выглядела саперная пристань до 22 июня 1941 года. На этом фото довоенное мирное время. А территория у Тереспольских ворот поражает своей красотой и величественностью. Мраморные ступени высотой в несколько метров сегодня кажутся просто красивой картинкой. Но они когда-то здесь реально были. Сегодня, по словам историков, ступени, скорее всего, засыпаны слоем разбитого кирпича и землей. И это последствия первых дней войны. Именно такие старые фото стали основным источником информации для Геннадия Осипова, председателя областного совета ветеранов подразделений особого риска. По этим фотодокументам мы уже ориентируемся на местности, сопоставляем факты, которые были в 41 году, в 44 году. И уже исходя из этих вот фотографий, мы примерно определяем местонахождение каких-то предметов. Вот в частности, вот это вот место, на этом месте мы обнаружили на второй день лодку. На объекте работают водолазы Министерства обороны Республики Беларусь. Кстати, поиски в этом месте ведутся впервые за все послевоенное время. Фронт работ не маленький. Сотни метров реки Буг вдоль береговой линии и десятки квадратных метров илистого дна. Погодные условия помогают, но не идеальны. Ледяная вода сводит мышцы и не позволяет погрузиться в воду надолго. Но водолазы не жалуются, привыкли. Тем более, что эта группа специалистов впервые работает на историческом объекте и ехала сюда с большим воодушевлением. Сложность в высоком течении и в самих глубинах нет никакой видимости, абсолютно никакой. То есть все работы ведутся на ощупь. Мы хотели на самом деле прикоснуться вот к тому времени, к войне. Это было всем интересно, все этим горели. Но по факту приехали, много песка намытого, что-то такого, чего мы ожидали, пока что не нашли. Но нашли то, чего не ожидали, и все находки по-своему ценны и наверняка помнят первые дни Великой Отечественной. Обнаружена, вот, как я сказал, одна лодка. В районе моста в середине реки обнаружен, предположительно, катер. Вот. Здесь вот у берега обнаружили довольно-таки еще старые артефакты. Это нашли, предполагаем, ступица артиллерийского лафета, вот, колесного, и колесо, ну, обод колеса, значит, старинный. Деревянный такой. Вот. Предполагаем, что это одна конструкция. Вот здесь вот в этом месте нашли. Значит, ну вот по взрывоопасным предметам пока ничего такого глобального мы не нашли. Нашли элементы железной дороги, которая здесь проходила, узкоколейка вдоль крепости. Абсолютным шоком для водолазов стало обнаружение человеческих останков у одного из берегов Буга. Вот как раз на том берегу, вот в этом месте, где вот гранитная стена,
нашли человеческие останки. Ну, идентифицировали их, что это именно человеческие останки. Значит, сейчас по этим останкам работает Следственный комитет. Самой желанной находки танка «Валентайн» пока не обнаружено. Так откуда же взялась информация о его существовании? Известно, что в районе реки Лесная стояла 95-я танковая бригада, на вооружении которой были танки «Валентайн» в количестве более 26 единиц. Предполагается, что один из них мог затонуть в результате боевых действий. Однако документов, подтверждающих или опровергающих эту информацию, пока не найдено. Но есть один интересный факт, который стал толчком для масштабных поисковых работ. По информации в начале этого года, значит, которая пришла от водолаза Авакова при проверке, значит, русла реки Буг, западный Буг, значит, были обнаружены аномалия металла. Вот эту информацию мы, получив, начали по ней работать. Ну вот в течение практически 8 месяцев мы сделали очень большую работу, получив все разрешения. На днях работа водолазов Министерства обороны заканчивается, но поиски танка не прекращаются. На место этих специалистов придут гражданские водолазы и продолжат искать отклики военного прошлого этого святого места. Сегодня новость о поиске танка, тем более времен Великой Отечественной, звучит как фантастика. Но для историков и военных в этом нет ничего странного. Ведь район Тереспольских ворот в начале 1940-х был стратегически важным местом. Поэтому сегодня на дне Буга можно найти не только целый танк, но и фрагменты боеприпасов. Какие будут результаты поисковых работ, покажет время. Тем более, что поиски водолазами еще очень долго не будут окончены. Мирослава Коваленко, Павел Малашонок, телекомпания Буг ТВ. Первый областной новогодний бал собрал в городе над Бугом самую талантливую молодежь региона. Эти юноши и девушки не нуждаются в представлении, их имена давно на слуху. Они победители различных конкурсов и олимпиад, отличники учебы, активисты общественной жизни. Правда, в этот день они немного волновались. Им предстояло продемонстрировать свои танцевальные качества, отточенные па, музыкальность и ритмичность. Первый в таком формате бал прошел в здании хореографической школы. Исторический объект располагает и необходимым интерьером, и особым колоритом старины и роскоши. Как это было, подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Это мероприятие стоит в первую очередь назвать величественным и красивым. 50 юношей и девушек, представляющие 4 вуза региона, областное кадетское училище, областной лицей и другие учреждения образования, здесь в не совсем привычном для них амплуа. Но какой шарм, какая роскошь и изыск в каждом образе. Молодые люди в парадных костюмах, представительницы прекрасной половины, словно балерины и щелкунчика в изумительных воздушных платьях. Такая она, самая активная и целеустремленная молодежь Брещины. Прием вступительным словом открыл заместитель председателя облсполкома Геннадий Борисюк. Сегодня зарождается на Брестской земле очень интересная традиция. Бал для одаренной молодежи нашей области. Можно называть его как угодно, но это первый бал, первая такая, наверное, наша проба этой традиции. И очень приятно, что в год тысячелетия города, в год 80-летия области мы, наверное, вспоминаем то, что было раньше. Здесь, где сегодня будет происходить это действо, это исторический зал. Он был восстановлен, это зал хореографической школы, и он, по сути, приспособлен для того, чтобы здесь проводить вот такие мероприятия. И сегодня, я думаю, эта традиция будет продолжена и дальше, и это будет одно из примеров и фишек нашей области, нашего города. Это продолжение того, наверное, президентского бала, который был в прошлом году, и будет дальше. Торжественный танец шествия «Полонез» открыл музыкальную программу. Под звуки живой музыки в исполнении струнного квартета преподавателей музыкального колледжа имени Ширмы на паркете закружились пары. Для каждого из этих молодых людей участие в таком празднике – это признание их успеха, но не конечная цель. Движет
какой-то энтузиазм, наверное. Я по жизни всегда был активным человеком, и получалось как-то совмещать и учебу, и общественную какую-то жизнь, и также выполнять поручения любимого деканата. На бал были приглашены почетные гости, депутаты, администрации учебных заведений, представители военного корпуса, которые активно включились в танцевальную программу. Эти люди, представители не только творческих направлений, здесь есть и отличники учебы, науки, но тем не менее они проявили себя замечательно и в танцах, я, честно говоря, даже был удивлен. Для них на самом деле признание важно, не только материальное. Материальное – это одно. Быть на виду, продемонстрировать свои успехи, быть отмеченным – это тоже очень много значит. Поэтому то, что их отметили и пригласили на это мероприятие, я считаю, что они это заслужили, и это очень важно. Вальс, полька, французская кадриль – сколько красивых классических танцев исполнили за вечер юные дарования Брещины. Но даже в новогодней суете они стремятся загадать свое желание, которое еще больше приблизит их к заветной мечте. Оно очень волнительное, такое торжественное. Ну и такая большая честь участвовать здесь. Моя цель на сегодняшний день – это поступить. Вот высшее учебное заведение, в следующем году у меня экзамены. И поэтому, ну, это моя цель, это моя мечта, и я к этому стремлюсь. На самом деле ты должен развивать себя везде, всегда и каждую минуту. И пробовать все каждый раз новое. И нельзя на чем-то одном останавливаться. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Александр Макаревич специально для итоговой программы. Это были итоги недели на Бук ТВ. Смотрите нас в эфире в 19:40, 22:50, утром 7:15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54 63 67. Мы вас услышим. Уже готовимся к встрече Нового года. До празднования осталось не так уж много, 10 дней. Хочу 31 декабря, как раньше было. Мама на кухне режет оливье, папа ушел за елкой, а мне 8. Я рисую открытки со снежинками и верю в чудо. Уже давно взрослый, но люблю Новый год по-прежнему. У него такое очарование. Елки, огоньки, мандарины и празднично улыбающиеся люди. Ведь Новый год – это всегда хорошее настроение. Я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми.